народная музыка? Да! А почему она вам нравится? Потому что мы любим плясать. И играть на инструментах, да? Да! Соня, какая у тебя любимая русская народная песня? Ах, мы сели, мы сели. Сыграем? Да! Давайте. Еще разок. Начинай, Соня. Хотим, чтобы в Ярославле было больше таких семей, чтобы мы встречались, вместе пели, плясали, чтобы дети наши дружили и росли в хорошей, здоровой, фольклорной, народной нашей русской атмосфере. Мы хотим, чтобы наши дети росли в здоровом обществе, где знают, уважают народные традиции и с гордостью рассказывают о них. На первых наших занятиях мы с мужем увидели огромный интерес в глазах детей к народным играм, песням, народным музыкальным инструментам и ремеслам. То, что раньше наши дети получали на отдельных кружках – рисование, лепка из глины, спортивная подготовка, занятия музыкой – все объединилось в одном месте. Мы хотим продолжать начатое и вовлекать в сообщество новые семьи, создавать яркие современные мероприятия на основе опыта наших предков.